Друзья, вы находитесь на канале «Охота в России». Я Дмитрий Панов. И сегодня мы едем покорять оренбургские степи по охоте на сурка. Будет очень жестко, поэтому зеленым и слабонервным не смотреть. А настоящим охотникам приятного просмотра. Сурок-байбак относится к семейству беличьих. В весе достигает до 10 килограммов. Живет в основном на открытом пространстве в степях. Большие популяции сурка-байбака встречаются в Монголии, Украине, Казахстане, Приурале. Охота в России на сурка разрешена в тот период, когда еще не открыта на трофейную дичь, то есть в межсезонье. У сурков полезное мясо, а самое главное – жир, так как сурок питается исключительно травами и кореньями и избирателен в еде. На сурка охотятся, как правило, нарезным оружием. Дмитрий использует карабин Blazer R8 калибра 30.06, прицел Сваровский из 6 кратность от 3 до 18. Патроны САКО оболочка, или, как в народе говорят, шило. Вес пули 8 грамм. Перед каждой охотой и смене патронов необходимо производить пристрелку оружия. Что и сделали наши охотники на стрельбище. На этот раз Дмитрий со своим сыном Савелием отправился в охотхозяйство «Родные просторы», которое находится в 850 километрах от Екатеринбурга. Это Оренбургская область, поселок Веселовский, где их встретил егерь Сергей Алексеевич. Путевки были оформлены заранее. Путевка на сурка здесь стоит 2000 рублей в день. Добытый сурок – 1000 рублей, подранок – 500 рублей. Проживание было в мини-гостинице стоимостью 2000 рублей в сутки с человека. 12 часов без сна, и все ради каких-то сусликов. Охота, блин. 850 километров по всяким степям, грейдерам. Охота? После утомительной дороги и небольшого отдыха охотники направились на вечернюю охоту. Погода совсем не баловала. Стояла изнуряющая жара в 42 градуса и полное отсутствие ветра, что, кстати, было на руку, ведь ветер является препятствием для достижения цели. Дыши ровно. На полувыдохе 21, 22 нажал. При этом надо понимать, что это не стрельба в тире, а реальные полевые условия со всеми сопутствующими трудностями. Невыносимая жара и пыль в глазах. И отсутствие достаточного времени для подготовки к выстрелу. Че, поехали вниз туда. Стреляй. Тебя пустил башку во время выстрела. Выше. В этот вечер Дмитрию удалось добыть только одного сурка с дистанции 250 метров. Хотя был шанс взять больше. Сказалась усталость и малый настрел на длинные дистанции. Мне не очень нравилось, что когда мне сказали, что нужно стрелять с машины, я понял, что нужно стрелять из машины. Я по правилам охоты, я точно знаю, что с машины стрелять нельзя. Поэтому немного напрягся. Но потом понял, что нужно выходить, доставать оружие. И после этого уже с капота класть мешок или еще что-то и стрелять. Есть!
Попал. Как мне некоторые писали в комментариях, браконьерская штука и так далее. На самом деле это абсолютно легальный, разрешенный и подтвержденный сертификатом радиальный дульный тормоз. На охоте на сурка получалось как? Расстояние 200 метров, выстрел, промах, ветер не рассчитал, еще что-то. Сурок стоит на месте. Нет такого хлопка, как без нее. Соответственно, при выстреле разбегается все в радиусе 1,5 километров. Пока ты не попал где-то рядом с сурком, там пуля просвистела, он не уходит, он не боится этого выстрела. Делают ребята из Свердловской области, из Ревды. Ссылку вы найдете в описании к этому видео. Сегодня у нас первый день охоты. Я добыл одного сурка с расстояния примерно 250 метров. Попадание было в хребет и вышла пуля как раз возле головы. День сегодня прошел отлично. Завтра надеемся, что охота будет еще лучше и мы добудем хотя бы 5 сурков. Утро второго дня охоты. Дмитрию и Савелию удалось добыть по одному сурку. Егерь Сергей Алексеевич, сопровождавший охотников, оказался настоящим профессионалом, знающим наизусть свои угодья и все сурчины в них. Он обладал прекрасной выдержкой и спокойствием, адекватно реагируя на промахи и неудачи, что оставило только лучшие впечатления об этой охоте. Друзья, сегодня второй день охоты. Мы поохотились уже вчера вечером. Жара плюс 42 градуса. Потом сегодня утром мы стреляли двух сурков. А сейчас едем третий раз, вот третья охота в поля сегодня вечером. Так что надеюсь, что охота будет лучше, чем предыдущие две охоты. При охоте на сурка дистанция стрельбы, как правило, составляет от 50 до 1000 метров. Это позволяет добывать зверя, используя даже гладкоствольное оружие. Но в основном стрельба происходит на более дальних дистанциях. Конечно же, с применением нарезного оружия. Днем сурок спит в норе и выходит кормиться только утром и вечером на 3 часа. Охотники на себе узнали, что такое день сурка, так как им пришлось подстроиться под расписание зверька. Днем и ночью спали, а утром и вечером были в степи. Всего за 2 дня охоты удалось добыть 7 сурков. 5 взял Дмитрий и 2 Савелий. План был выполнен, несмотря на то, что это была их первая охота на сурка. Традиционно хотел бы поставить баллы по проживанию. Не было воды, ну какие-то мелочи. Но здесь, в Оренбургской области, это было лучшее, похожее на базу. 6 коек, кухня, туалет. В общем, 2000 рублей с человека стоило проживание. За проживание я поставлю 2 балла. Что мне понравилось? Егерское сопровождение было на 5 баллов. Очень грамотный специалист Сергей Алексеевич. Были промахи, были подранки. Когда первый раз охотишься, это всегда достаточно волнительно. Всегда не понимаешь, как себя будет вести зверь. Количество дичи мы оцениваем только сурка. Это тоже жирная пятерка, потому что сурка мы видели, ну, наверное, порядка 100 особей. Дорогие друзья, вот такая у нас прошла охота. Надеюсь, что вам понравилось наше видео. Подписывайтесь, чтобы не пропустить наши новые фильмы. А я прощаюсь с вами. До скорых встреч.